вот эти террористические методами, которыми пользовалась ФСБ тогда, взрывая дома и говоря о том, что... Ну, вы ведь уверены в том, что к этому причастны российские спецслужбы. Я просто хочу, ну, для наших зрителей уточнить, правильно ведь? А в сентябре 91 года я провел пресс-конференцию как депутат Государственной Думы. У меня были там представители спецслужб, которые дали показания о том, как... Это еще не все взрывы произошли. Еще только часть о том, как подготавливаться. Еще не было вот этого рязанского сахара. Это все позже произошло. Вот. И я обвинил Путина тогда, директора ФСБ, в том, что он подготавливает и проводит эти взрывы. Реакция демократической общественности тогда была, ну, резко негативная. Тот же Борис Абрамович Березовский, который через несколько месяцев из-за границы начал рассказывать, как Путин взрывает Россию, Березовский тогда уверял меня, что я ошибаюсь, что на самом деле Путин – ученик Собчака, демократ до мозга костей. Вы же общались с ним лично, да, насколько я понимаю? Вы знакомы же с Путиным? Ну, сказать, что общался... Это сильно, но мы дружили с Анатолием Александровичем Собчаком, а Путин был его, ну, фактическим помощником. Ну, какое-то впечатление у вас все-таки о нем сложилось? Можете охарактеризовать? Впечатление, как-то? Да, он очень хорошо готовил и приносил кофе. Очень быстро, и кофе был теплым. И тогда... не добавлял в кофе ничего вредного для здоровья. Вроде новичка, да, или там полония. Вроде полония или новичка, да. Но вот, тем не менее, мальчик, который готовил кофе, вырос и вот уже готовится к новому сроку президентскому. Как сообщают разные средства массовой информации российские со ссылками на разные источники, в том числе в администрации президента Российской Федерации, Кремль уже начал подготовку к выборам 2024 года. Пройти они, для наших зрителей, напомню, должны в марте. И вот главным кандидатом, конечно же, на них остается Владимир Путин. Как вы считаете, он сам... хочет еще на один срок? Или просто сейчас его задача сделать так, чтобы спокойно дожить остаток века? Понимаете, вот эта пирамида власти, которую он построил, она рассыпается, она не выживает, если происходит передача власти, возникает преемник, какой бы то ни было. Вот это в этом... В сохранении власти Путина заинтересован не только он, заинтересовано его окружение. Это вот та так называемая дурная стабильность, которая нужна всем для сохранения статус-кво. Но вы считаете, что в новом году Путин в выборах принимать участие будет? Я нисколько в этом не сомневаюсь, и никто в этом не сомневается, потому что если возникает иная ситуация, то это будет признак ослабления, распада власти, очень опасный признак. Как вы считаете, если сейчас в орбите Путина кто-то из влиятельных людей, кто захочет занять его место, возможно, еще до выборов? Не знаю, может быть, это физическая ликвидация или шантаж? Вы знаете, идея преемника, она возникала в разное время, и это всегда очень плохо кончалось для людей, которые считали себя преемниками. Значит, был такой политик Путина, Черкесов, которого заподозрили в том, что он хочет быть преемником. Во всяком случае,
Он очень активно выступал за чистоту рядов чекистов. И Игорь Сечин сказал Путину, что это вот кандидат в преемнике. Он тут же был отстранен от власти. Был случай, когда Сергей Иванов довольно откровенно и открыто заявлял о своих амбициях, ну вот, преемника. То же самое. Путин стравливает людей из своего окружения. Это тактика, которой он придерживается уже давно, тактика сдержек и противовесов. В тот момент, когда кто-то усиливается или слишком приближается к трону, с ним начинают бороться, в том числе и сам Путин. Еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить, это активизация службы внешней разведки Российской Федерации. Вот последнее время участились случаи, когда в Европе раскрывают, арестовывают людей, которых называют там российскими шпионами. Ну, во-первых, с чем может быть связана такая активизация деятельности? Ну, там есть политические задачи у разведки, есть экономические задачи. Они достают комплектующие для вооружений, микросхемы. Они влияют на политиков, стараясь ослабить поддержку Украины. У них много задач у российских разведчиков, у чекистов. Ну, активизация, вы связываете ее с войной? Активизация, связанная с войной, связанная с тем, что на самом деле возникает опасная ситуация для Путина, для его окружения. Понимаете, поставки оружия, они, конечно, сдерживаются администрацией. И вот недавно даже Билл Гейтс начал выступать против этих поставок, связи с Украиной, начал говорить вдруг о коррупции в Украине. Вот. Я думаю, это такая подсказанная идея. Вот. И это было уже много раз, когда спецслужбы, скажем, вот в этом конфликте между Демократической и Республиканской партией в США российские спецслужбы очень активно принимали участие.